Развитие ребенка 3-4 лет начинается с мелкой моторики и подручных материалов для творчества. Затем идет счет, чтение, логика и математика. С помощью чего проводить обучение, чтобы занятия вызывали постоянный интерес у детей. Это Прима STEM. Комплекс для обучения маленьких учеников с большим воображением, основам программирования, логики и математики. Обучение происходит во время решения задач в игровой форме. Общаясь в команде, ребенок на практике осваивает азы программирования через тактильную манипуляцию с физическими объектами, без экранов устройств. Тем самым создавая мост из конструктивного детского мышления к формальному. Это гибкий и адаптируемый инструмент для преподавателя по системам STEM и Монтессори. Программа строится из тактильных блоков. Пульт с ячейками для установки программы управления. Блоки выстраивают программу перемещения робота для решения игровой задачи. Происходит обучение логике, последовательности коду, циклам, функциям, числам, углам и операциям с ними. Самая важная часть процесса – это поиск и решение ошибок в программе – отладка. Главная цель занятий – овеществление и визуализация алгоритмов программирования, осознанность их результатов. Это робот Жужа. Робот может прямолинейно передвигаться на различные расстояния, поворачивать на точные углы, издавать звуки и сигнализировать цветными светодиодами. На пульте управления есть ячейки для установки блоков команд и значений программы. Это программные блоки. Движение вперед. Повороты вправо и влево. Блоки повторений. Блок вызова функции. Числовые блоки расстояния и углов. Блоки случайного направления движения и количества циклов. Блоки динамического изменения значения. Для начального обучения используют игровые карты с клетками. Каждый квадрат – это логическое место, куда можно переместить робота. Блоки команд и значений устанавливаются по очереди, в порядке задачи перемещения робота. Нижняя строка пульта для подпрограммы, которая выполняется при вызове блоком функции. При нажатии на кнопку, робот выполнит программу. Для визуального изучения основ математики, можно использовать маркер для рисования. Для расширения возможностей доступны цифровые значения команд. Они позволяют устанавливать путь и угол поворота, а также динамически их изменять в процессе выполнения программы. С помощью этого возможно изучение арифметических операций, прогрессии и геометрии.
Это открывает широкие возможности для творческого обучения. Является первой ступенью перед изучением языков Scratch или Logo на компьютере.